мечта тоже съездить когда-нибудь в Карелию, посмотреть это место захоронения моего дедушки. Может, она когда-нибудь осуществится. Прошла по полям сражения и словно вдохнула запах пороха. Услышала свист пуль. Валентина Ворончихина вернулась из Карелии, где в Великую Отечественную сражался ее дедушка Иван Овсянников. Спустя почти 80 лет на родину в Алтайский край возвращаются вместе. Военные, курсанты, ветераны и поисковики погибшего солдата встречают с почестями. Даже сейчас при этом воспоминании просто спазмами горло перехватывает, потому что у меня сразу кожа гусиной покрылась. И слезы сразу полились. Знаете, было такое чувство, что дедушка погиб не тогда, в 41-м году, а именно, ну вот, как будто бы вчера. Иван Овсянников – один из тех, кого провожали на фронт на перроне Бийского вокзала в сентябре 1941-го. 400 бойцов прошли пятидневный курс подготовки и приняли свой первый и одновременно последний бой. На карельской земле у села Ругозеро погиб почти весь сибирский батальон. В смертном списке и наш земляк. Он дошел до вражеских финских окопов, где дрался в рукопашную. Но об этом потомки узнают через десятки лет, которые он числился без вести пропавшим. Сегодня солдат возвращается домой, в родной Кытмановский район. На полях рокового сражения карельские поисковики работают на протяжении многих лет. Нашли сотни солдат, но почти всегда безымянных. И только в этом году, впервые за три десятилетия, обнаружили очень редкую находку. Рядом с останками красноармейца лежал именной медальон. Овсянников Иван Тимофеевич. Это не просто уникальный случай. Это на миллионы, наверное, один такой случай. Не все солдаты заполняли эти медальоны. Почему не заполняли? Примета такая была: заполнишь и убьют. Поэтому теперь страшное сожаление у любого поисковика, когда мы находим останки солдата, открывается медальон в специальных условиях, а он не заполнен. Мы не знаем, что это за солдат. И он похоронен будет там, на земле, где его нашли, как безымянный. Выехать в Карелию и забрать останки героически погибшего деда школьному библиотекарю Валентине Ворончихиной помог фонд депутата Госдумы Александра Прокопьева. Помощь была оказана незамедлительно. Организацию похорон взяли на себя депутат АКЗС Вадим Смагин, а также администрация Кытмановского района. Проститься с героическим земляком пришли сотни людей. На именной могиле море слез и цветов. Теперь имя Ивана Тимофеевича навсегда вычеркнуто из списка без вести пропавших. Похоронен он в селе Дмитротитово Кытмановского района, рядом со своей дочерью, которая всего несколько лет не дождалась возвращения любимого отца. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. Наши новости.